Четыре резидента ТОР «Кангалас» запустят свои проекты до Нового года. ТАСС сообщает, что свои производства запустят три якутских проекта и японский инвестор «Хоккайдо Корпорейшн». Последний уже построил на территории ТОР «Кангалас» экспериментальную теплицу, где уже ведется выращивание зелени на закрытом грунте. Первый урожай будет получен к Новому году. Другие резиденты «Сахапласттех» будет выпускать пищевую тару «Сахалипснелэ», производить котлы длительного горения, и компания «Бигэ» выпускать лакокрасочные изделия.